Когда человек выходит на пенсию, тогда начинается старость. Ну, 50-52. Где-то с... Ну, нет, даже 50 не старость. Ну, не знаю. Моей маме 65, она молодая. Не знаю, лет с 80, может. С 18. А почему? Потому что все болит. А вам сколько лет? 20. С 50. А почему? Ну, хватит работать, пора отдыхать. Не с лета, а с души начинается. Да, я так думаю. А вам сколько? А ну вам надо, сейчас упадете, напугаете. 78. Бодро выглядите. Ну, спасибо. Вот. Старым себя считаете, нет? Не, ну по возрасту я понимаю, что я не юный, но я еще, как видите, двигаюсь, шевелюсь. Наверное, 60, да. Я пока что контакта. Ну, уже устаешь, таблетки много пьешь, все равно организм устает, уже чувствуешь себя все равно не так. Ну, не 60, лет 70 это как минимум. Старость – это состояние души, то уж как ты себя почувствовал старым, значит, ты старый. Старость начинается, знаете, когда человек сам по себе опускается. Не в годах дело, можно и в 60 лет себя хорошо чувствовать, и в 70 лет, вот мне 74 года. Ну, я делаю зарядочку, по утрам чувствую себя прекрасно. Я себя не считаю стариком. 2 недели назад я себя старухой ощущала, а сейчас нет, например. Вот подстриглась и помолодела. А сколько вам лет? Мне 39 скоро будет. А